Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Da, da, da. Da, da, da. Da. Всем привет-привет! Сегодня я делаю обзор на набор Bobbi Brown Smoky Eyes, который я заказала с сайта Nordstrom. Сегодня я сделала макияж с помощью этого набора. Вот такой Smoky Eyes у меня. Это палетка из 5 оттенков цветов с разным финишем. И двусторонняя кисть. Гелевая подводка и кисть для нее Travel Sizer. Вот такая кисть. И тушь удлиняющая. Вот с такой кисточкой. Собственно, самый интересный момент – это, конечно же, тени. Получаются названия у нас такие: Ivory, Sterling, Steel, Black Charcoal и Charcoal. Здесь три тени матовые. То вот это и вот это. А вот эти тени идут с очень крупным шиммером, таким серебряным. И вот этот идет сатиновый оттенок. Тени очень классные, они очень стойкие. Ну, просто супер стойкие. Я, знаете, у меня даже таких теней не было ни разу. Очень мелкий помол. Они сильно пигментированы. Классно набираются на кисточку. Ложатся как шелковые. Обалденно тушуются, даже в моих руках. Сыпаются в течение дня, не скатываются. Продержались у меня они весь день. Даже без базы они супер-пупер стойкие, не скатываются. Плюс их невозможно оттереть обычным средством, их желать. Я в них, в эту палетку, я влюбилась. Обошлась она мне на сайте Nordstrom, по-моему, $80. Да, но вы не думайте, что это много, потому что если вот, в принципе, посмотреть, что здесь собрано, это 5 оттенков теней фирмы Bobbi Brown, да, это известная марка, как бы, профессиональной косметики, плюс гелевая подводка и две кисточки, даже можно сказать 3, потому что это двусторонние. Кисти очень классные, хорошо набирают, это растушевывают. Я полностью весь макияж сделала с помощью этой кисточки. Все мне очень понравилось. Плюс, считайте, тушь и кисточка для подводки. То есть, я считаю, что за эту цену это очень хорошая цена для этого набора. Отдельно про гелевую подводку. А подводка обалденная. Она очень, как бы, знаете, у нее такая кремовая текстура немножко. Кисточкой очень легко набирается эта подводка. Я вот уже ее использовала. Кисточкой легко она набирается. Легко с тенями она не конфликтует. То есть идеально ложится на тени. Спокойно вы можете сверху рисовать этой подводкой. Если даже ее использовать отдельно, без теней, она просто обалденно смотрится. Смотрится, знаете, такая матовая линия красивая. Четкая, без всяких, вообще супер, можно даже растушевать этой подводкой.
сделать такой эффект тоже карандаша. Номер один. Блин, у меня в камера не фокусирует. Номер один Black Ink называется. Black Ink. Всем спасибо. Пока-пока.